Здравствуйте, друзья. Тут пришла коробочка, я не знал, от кого тут не написано толком. Я очки одену. Не написано. И я даже начал открывать. Видите, вот я открыл, а когда только приоткрыл, до меня дошло, что там. И я понял, что дальше я буду открывать только с камерой. Вот у нас Анна Леонидовна на камере. Открываем. Эх. Да. Так. Ну, это вот, можно сказать, да, обёрт такая, упаковка. А это вот... Вот так оно приходит. Это наша кнопка серебряная, друзья. Значит, давайте мы так откроем коробочку. Тут письмецо. Давайте я прочту, раз такое дело, сейчас покажу. Вот у нас письмо. И я могу даже сзади читать, но это сложно, тут на просвет. Так, давайте я заберу письмо и прочитаю. Вы добились того, чего добиваются немногие на Ютубе. У вас обалденные там 100 тысяч подписчиков. Ребята, вы обалденные. По-русски, что ли? Нет, нет, по-английски я перевожу. Да, они говорят, что можешь еще дальше, в общем, двигаться. Ты тут потрудился хорошо, заслужил нашу награду, так я не... Сьюзан Ваджицкий пишет нам. А кто она там? Она CEO Ютуба, друзья. Это даже вот подпись, ну ладно. Там. Надо будет зайти и представиться, а то что так просто... Так, оно все, видите, так, в таком, как называется, поролончик. Тут поролончик, тут вот тоже внутри, тоже все заложено поролончиком, вот видите. Поэтому, если мы сейчас, да, то есть оно так, чтобы не побилось, давайте сейчас я так потихонечку вытащу. Надо же, и сегодня еще и выборы, но это вообще. А вчера закончился прием заявок на грин-карт лотерею. Значит, вот упаковка, ну, она хорошая, жалко выкидывать, понимаешь, так вот сейчас так упаковывают, что даже жалко выкидывать. Не знаю, туда надо что-нибудь положить, чей-то портрет. Вот, там сзади есть дырочка для повесить, видно, да? Конечно. Вот, есть дырочка для повесить, и стекло, да? Ну, может, пластмасска. Пластмасска. Вот такая вещь. Удивительное дело, что буквально на днях нам пришел патент, ну не патент, трейдмарк. Нам окончательно, значит, приняли наш трейдмарк на Silicon Valley Voice. И вот к этому трейдмарку у нас теперь еще такая кнопка серебряная. Надо куда-то повесить, правда? Конечно. У нас газета «Правда». У нас газета «Правда» от 28 апреля. Суббота, 1956 года, это день, когда я родился. Вот, видите, сейчас такие сувениры делают, что берут подлинную газету, а здесь вот добавляют немножко. Вот я уже родился вот таким в 56 году, так что у нас, видите, мы все в подарках. Друзья, давайте на меня сделаем. Друзья, в принципе, я эту кнопку заказал полтора месяца назад, и... Не то чтобы я не знал, что она придет, но с другой стороны, каждый раз, когда приходит что-то такое, давайте вот такое возьму. Вот. И, значит, и пусть висит на стеночке. Она так отражается. Отражается. Я же говорю, вот оно. Вот давай так сделаем. Она теперь свет отражает. Свет. И я. Вот так. И даже я там. Вот так сделаем. Стол с бумажкой. Стол отражает. Ну, в общем, что я могу сказать? В темноте будем снимать вообще, я не знаю. О, вот так. Вот так. Давай, нашли верную. Ну, потом это обрежем. Нашли верную позицию. Нет, ну, что там, нашли верную позицию. Так, я еще замру. Все. Счастливо.